Ингрид, помоги. Дистель, ты что, не слышишь? Узнай, в чем дело. Погранзастава. Контрольный пункт слушает. Ваша жена, господин лейтенант, она спрашивает, когда вас ждать к завтраку. Через 20 минут. Господин лейтенант будет через 20 минут. Спасибо. Фрау Ингрид фон Кирштайн, прошу. Катюш. Считай, что все кончилось. Ты что, Катюш? Нет будущего. Я тебя оставлю здесь, в хорошем пансионате, до завтра. И завтра заберу. И ничего не бойся. Самое страшное уже позади. Швейцария, Берн. Особняк специального ведомства Соединенных Штатов Америки. Thank you.
Здравствуйте, господа. Добрый день. Добрый день. Я и мои коллеги прибыли, чтобы возглавить переговоры. Я очень рад, что наши переговоры пойдут в таком представительном варианте. Прошу. Могу сказать, что и на меня, и на моих друзей произвело самое благоприятное впечатление, что высший чин СС, начав переговоры с противником, не выдвигает никаких личных требований. Мои личные требования – это мир для немцев. Браво. Это слова настоящего солдата. Прошу вас. Прошу вас. Прошу. Что нового произошло у вас за это время? Кесслеринга срочно вызвали в ставку фюрера. Это самая неприятная новость. Вы предполагаете? Я не жду ничего хорошего от срочных вызовов в ставку фюрера. По нашим данным, Кессельринг отозван в Берлин для получения нового назначения. Он будет командовать Западным фронтом. Я слышал об этом, но пока что факты не подтвердились. Подтвердятся в самое ближайшее время. Может быть, вы назовете мне преемника Кессельринга? Да, я могу назвать преемника. Это генерал-полковник Виттенхоф. Я знаю этого человека. Франк, принесите мне глоток воды. Ваше мнение о нем? Это добросовестный служак. Я думаю, что такую характеристику можно дать подавляющему большинству генералов Вермахта. Даже Беку и Роммелю? Нет. Это были истинные патриоты Германии. Спасибо. Во всяком случае, я не имел никаких прямых контактов с генералом Виттенхофом. А у Кессельринга?